К другим темам. Сегодня оленихо Миланию, которую водители подобрали на трассе, отправят на лечение в Барнаул. Напомню, дальнобойщики привезли животное на склад, сделали специальную лежанку из сена и оказали первую помощь. А наш корреспондент Анатолий Харитонов узнал о дальнейшей судьбе горе-путешественницы. Стресс у нее уже прошел. К удивленным взглядам и шуму машин самка северного оленя привыкла. Начала ходить по вольеру, есть сено. В воскресенье, когда она попала в город, лежала пластом, отказывалась от пищи. Животное подобрал в Красноярском крае на обочине федеральной трассы дальнобойщик, который ехал из Ачинска в Новосибирск. У нее разбита голова и стерла до крови рожки. Было принято решение быстро-быстро. Флат работает круглосуточно, парни. Организовали из остатков забора вот такой вот вольер. Вот, с утра мы уже купили сено, все необходимые ингредиенты для содержания парнокопытного. Мы тут же организовали еще приезд ветеринара. Осмотрев оленя, врач прописал мазь. Надо обрабатывать рану на голове, иначе загноится. Показал, как ставить уколы. Теперь дивизионный логист Ирина Елпатьевская сама делает парнокопытному инъекции антибиотиков. Сотрудники транспортной компании назвали самку Миланья за то, что очень милая. Клиенты организации останавливаются возле вольера, фотографируют животное, пытаются подкармливать, поэтому рабочие решили закрыть забор досками. В понедельник, когда я пришла на работу, то в загородке уже были конфеты, хлеб, этого всего нельзя. Да, благо, что животное есть не хотело, испытывало стресс, и поэтому она даже не притронулась. Кроме сена, Миланьи можно соль, березовые и еловые ветви. Давление необходимо обследование, взять кровь на анализ, сделать рентген, УЗИ. Вот. И этим уже будут заниматься в центре в городе Барнауле, потому что у них есть отличное помещение большое под парнокопытных, и неподалеку есть заказник, с которым есть связи. Там можно будет этого оленя выпустить. В столицу Алтайского края животное отправят сегодня ночью на фуре. Работники транспортной компании говорят, что обеспечат идеальные условия для перевозки. Милане закроют глаза повязкой и уложат оленя на специальную подстилку. В Барнаул она приедет уже завтра утром. Анатолий Харитонов, Сергей Жданов. Новости ОТС.